Реджи, я уже не молод. Знаешь, Редж, я будто ничего не могу вспомнить. Думаю, какой сегодня день. И не знаю. Эй! Кой! Папа Грей! Куда ты рванул, а? Хочешь, отведу тебя к специальному врачу? Врач, который поможет вспомнить. Реджи приедет, да? Нет, тут только мы. Но Реджи хотел сводить вас к доктору. Мы разработали лечение. Мистер Грей вспомнит все, что когда-либо знал. Но сработает только один раз. Вы уверены? Мне нужно много чего сделать. Для этого мне нужна вся моя память. Вся. Мистер Грей, как самочувствие? Замечательно, это факт. Я теперь все так ясно вижу. Как будто вся жизнь там крутится в голове. Мой дядя Койдок украл кое-что. Сокровище. Я найду. Дядя Грей, я боюсь за тебя. Состояние ухудшилось значительно. То есть мне станет еще хуже, чем было? Но я должен это закончить. Пусть река течет вперед. Река знает, куда течет.